Шахматы – это настольная логическая игра, в которой участвуют двое. Один играет черными, другой играет белыми. Шахматное поле состоит из горизонтали и вертикали. Вертикали обозначаются буквами A, B, C, D, E, F, G, H. Горизонтали обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждое шахматное поле имеет свое название, состоящее из буквы и цифры. Например, поле Е 4. Е вертикаль, 4 горизонталь. Например, С 6. С вертикаль, 6 горизонталь. Перед началом игры важно правильно поставить доску. Левое угловое поле для соперников должно быть черным. Перед началом игры шахматные фигуры расставляются в определенном порядке и на своих местах. Белые фигуры расставляются на первой и второй горизонтали, черные на седьмой и восьмой горизонтали. Шахматная борьба происходит на шахматной доске, состоящей из 64 полей, 32 черных поля и 32 белых. Что такое ход шахматной фигуры? Ход шахматной фигуры – это перемещение этой фигуры на шахматной доске. Все шахматные фигуры перемещаются по доске по правилам. Игроки делают ходы по очереди. Первым ходит игрок, который играет белыми фигурами. Вторым ходит игрок, который играет черными фигурами. Пропускать ход нельзя. Ходы можно выполнять только своими фигурами по определенным правилам. Взятие фигуры соперника. Взятие фигуры соперника – это постановка своей фигуры на место фигуры соперника путем ее взятия по шахматным правилам. Цель игры – захватить короля противника в плен, поставить ему мат. Шахматное войско состоит из шахматных фигур. Это фигура ладья, фигура конь, слон, ферзь, король, пешка. Как правильно расставить фигуры? В каком порядке? По краям стоят ладьи, белые на первой горизонтали, черные на восьмой горизонтали. Рядом с ладьей стоит конь. Рядом с конем слон. И посередине стоит король и ферзь. Ферзь любит свой цвет. Белый ферзь стоит
на белом поле. Пешки стоят на горизонтали, занимая всю горизонталь. Белые всю вторую горизонталь занимают, черные всю седьмую. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.